Мы сюда приехали сегодня на традиционное мероприятие. Честно сказать, много лет это мероприятие проводится в этом городе, Пороскева пятница. Она собирает рукодельницы всего Кингисеппского района. Сейчас, на данный момент, проходит мастер-класс, который проводит рукодельницы, работницы домов культуры нашего Кингисеппского района. И, я так понимаю, что дошкольных учреждений Кингисеппа и Ивангорода. Ну, если интересно посмотреть, то это и изготовление кукол, это и оригами, это и плетение нитками, и там, по-моему, и сено что-то плетут. В общем, каждый год мастерицы показывают детям и взрослым, обмениваются с ними опытом, из чего можно что творить и делать интересные поделки. Ну, в том числе передается из поколения в поколение то самое сокровенное и заветное рукоделие. Да? А дальше будет конкурс рукодельниц, на котором они сегодня продемонстрируют свое мастерство в лоскутном шитье. Покажут свои знания в лоскутном шитье и покажут свои изделия, посоревнуются в изготовлении кукол и в изготовлении салфетки в технике сумасшедший лоскут. Вот поэтому, милости просим на это мероприятие, кто еще на нем не был.